Кликай на колокольчик рядом с подпиской на канал, чтобы не пропускать новые серии. Привет, ребят, я эльф. Вы нас могли видеть в фильмах, детских книгах. Выглядело охереть как весело. Потому что это неправда. А вот я расскажу вам правду. Санта-Клаус. Грёбаный мудак. В этом году вы будете делать все лучше. Поэтому убедитесь, что все упаковано вовремя. Потому что время – деньги. И это мои деньги. Чьи деньги? Твои деньги! Снов, сучки. Спокойной ночи, Санта. Надеюсь, мне послышалось? И он ни хрена не понимает, что делать дальше. И вот почему эльфам быть здорово. Ты что делаешь? Это школьный проект. А, окей. Вы здесь должны вести себя хорошо и не получить дерьмо на Рождество. Понятно, Санта сказал. Вы его слышали, дети, поэтому вы должны хорошо учиться, чистить зуб. Просто грёбаный мудак. Расскажи, каково жить на Северном полюсе? Да вообще не прикольно. Я же с Комптона. Я бросил игрушки, мой флоу словно пушка. Напрягаю гангстушки. Я не хочу заниматься этим дерьмом до конца дней. Я хочу делать музыку. Я вкалываю каждый день, чтобы на студию накопить. Непослушный. Хороший. Непослушный. О, она непослушная. Этот уёб... Это мудло не платило мне 2 года. Но сегодня я из него их достану. Я скажу ему, йо, время заплатить. Как дела, босс? Ты почему не работаешь? Я хотел узнать, не пришла моя зарплата? Да, пришла. Спасибо огромное. Спасибо вам. Блять! Че я с этим делать буду, а? Как мне нахер этим счета оплачивать? Ноги вверх до колокольчиков! Упали! Упали! Мы производим 8 миллиардов игрушек в год. Это кто сделал? А он злится из-за одной. Я устал от этого дерьма. Терпите еще 30 минут стоять! Меня это задолбало. Я по горло этим сыт. Надеюсь, вы усвоили урок. Пошел нахуй, Санта! Это кто сказал? Так это ты сказал. Ты теперь крутой. Я устал от твоего дерьма. А дотянешься? Подождите. Давайте перемотаем, посмотрим еще раз. Ты теперь крутой. Я устал от твоего дерьма. А дотянешься? Эй! 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 Elf life! Elf life! Elf life! Fuck you, Santa! Йо, а перевел и озвучил виски. Ага.